Итак, мы продолжаем наш разговор о московском «Спартаке». С вами снова Константин Калуцкий. И мне хотелось бы обсудить с вами вратарский вопрос в красно-белом клубе, который уже достаточно давно назрел. Александр Максименко, которому, ну, где-то год назад было минимум претензий, и тогда его все хвалили, тогда его все оценивали как, знаете, такое будущее не только «Спартака», но и всего российского футбола, всерьез обсуждали. Обсуждали, кто же будет основным в ближайшее время в сборной России, Максименко или Сафонов. Максименко, собственно, и вызывался в сборную России, были такие моменты. И вот на фоне всего этого казалось, что Александр ждет безоблачное будущее. Но в последнее время он играет откровенно плохо, и вот появился момент для Селихова, чтобы вернуться на первый план. Два матча провел Селихов за «Спартак». Это матч с Ростовом и матч с Лестером. Первые два матча после достаточно серьезного перерыва. И если с Ростовом было много претензий к Александру и по пропущенному мячу, и по другим эпизодам, то вот с Лестером он показал себя пристойно. Давайте обсудим, что это все означает, будет ли вот этот переход на Селихова постоянным, вернется ли Селихов на пост номер один уже как основной голкипер, и вообще, что это такое? Это действительно ставка на Селихова или это попытка, скажем так, подстегнуть Максименко для того, чтобы тот не расслаблялся и играл как следует, чувствуя реальную конкуренцию? Давайте это обсудим. Но сперва хотелось бы напомнить вам, что наш спонсор, компания BaldBet, продолжает специальную акцию для подписчиков моего канала. Если вы пройдете по ссылочке в описании и зарегистрируетесь на сайте BaldBet, а также введете промокод 2021 Калуцкий, который также указан в описании к этому ролику, то вы получите бонус – 3 бесплатные ставки. Так что дерзайте, ребят, это ваш шанс заработать деньги, ничем не рискуя. Итак, я думаю, болельщики со стажем помнят, что в свое время Селихов брался как новый основной голкипер для «Спартака». Это было еще в тот момент, когда в воротах играл Ребров и делал это относительно неплохо, но все понимали, что Реброву уже немало лет и постепенно ему понадобится замена. И вот тогда взяли Селихова, молодую звезду из «Амкара», тогда оттуда взяли не только его, но и Джикию. И вот, пожалуйста, Георгий постепенно стал одним из лидеров «Спартака» и одним из даже капитанов. А вот Селихов поначалу играл здорово, а дальше начались травмы. И вот именно эти проблемы и открыли путь в основной состав для Александра Максименко, человека из дубля «Спартака». И если сравнивать Селихова и Максименко, следует констатировать, что по своим игротским навыкам, по вратарским рефлексам и умениям Селихов смотрится интереснее. Чувствуется, что у него более качественная подготовка, что у него посильнее вратарские рефлексы. Сам по себе Селихов еще и в каком-то смысле атлетичнее, то есть покрепче такой сбит, такой крепкий, коренастый мужик, в отличие от Максименко, у которого периодически бывают проблемы с тем, чтобы выиграть, ну, например, физическую борьбу на втором этаже в некоторых ситуациях и так далее. В общем, у Селихова потенциал однозначно выше, чем у Максименко. И не случайно, что «Спартак» в свое время еще в «Амкаре» заплатил за него серьезные деньги, за то, чтобы подписать данного голкипера. Но проблемы с травмами просто-таки губят Селихова. И вот в этой ситуации сейчас Селихов пробился на пост номер один. И после отбитого пенальти в матче с Лестером многие начали, скажем так, шутить, что все, Максименко закончился, теперь он понимает, что он однозначно второй номер и так далее. Но так ли это однозначно? Давайте разберемся. Во-первых, Селихов провел два разных матча, совершенно разных. Один из них с Ростовом, где был откровенный провал и пропущенный мяч, когда Селихов застрял в полупозиции, и множество других эпизодов, когда он ронял снаряд, не мог его зафиксировать толком и так далее. Было много таких моментов. При этом хотелось бы отметить, что в ответной встрече все это куда-то испарилось. И вот здесь, против Лестера, мы увидели словно того Селихова,
который в свое время начинал свою спартаковскую карьеру с удачных матчей. И вот это было действительно очень круто. И это касается не только пенальти отбитого. Там были еще хорошие моменты в исполнении Селихова, когда было видно, что вратарь потихонечку возвращает себе уверенность в своих силах. И, видимо, здесь ключевым фактором стало то, что после провального матча с Ростовом ему снова доверили место в основе, хотя был велик соблазн поставить Максименко после неудачи Селихова. Это уже дало ему определенную уверенность Селихову. Во-вторых, конечно, отбитые пенальти – это тоже важнейший фактор. И вот сейчас Селихов может вернуть, скажем так, уверенность в своих силах и стабильную такую психологию, которая должна быть у вратаря. А это очень важный нюанс. Вспомните того же самого Ладыгина в «Зените». Голкипер, который развалился во многом из-за того, что поплыл психологически. Здесь не столько вопрос был по качеству игры, по качеству его навыков, сколько по психологии. Он потерял уверенность в своих силах, начал косячить и так далее. Вот в этом плане то, что произошло в Лестере, очень важно для Селихова. То, что это произошло в большом матче, то, что он показал себя во всей красе. И сейчас Селихов на вот этом психологическом кураже может творить чудеса. И это как раз путь к возрождению карьеры. При этом хотелось бы отметить, что здоровье Селихова – это вещь, которая, к сожалению, очень часто его подводит. Да, вратарь – это особая позиция. Вратари не так часто попадают в стыки какие-то, в силовые эпизоды и так далее. Поэтому даже травматичный голкипер при определенном удачном стечении обстоятельств может стабильно выйти из полосы травм. Ну, например, Серхио Асенхо. Такой очень яркий пример. В свое время голкипер считался мегаперспективным, перешел в Атлетико. И с этого момента начал регулярно травмироваться. В какой-то момент казалось, что карьера Серхио Асенко все, закончилась. Но постепенно он выбрался из этой ямы и стал достаточно статусным голкипером, который в том числе вызывается в сборную Испании, сейчас основной в Вильяреале. То есть врата – это позиция, где, в принципе, травматик постепенно может выбраться из своей проблемы. Полевой футболист, ну, понимаете, когда у вас три тяжелейшие травмы подряд, допустим, после этого тебе уже сложно, потому что нужно бегать, носиться по полю, идти в стыки, а это уже психологически тяжело и так далее. Поэтому полевым футболистам от серии травм тяжелее отходить, чем вратарям. Ну, опять же, пример того же самого Асенхо вспоминаем, простите за тавтологию, Акинфеева, у которого тоже была серия повреждений крайне неприятная. Ну ничего, как-то опомнились. Да, возможно, и Акинфеев, и Асенхо не смогли выйти на свой самый высокий уровень, которого они могли бы достичь, если бы не травмы, но все равно они смогли стать достаточно толковыми вратарями, каждый на своем уровне, кто-то в Испании, кто-то в России, так или иначе они стали звездами. Поэтому у Селихова при определенном стечении обстоятельств может и не быть в ближайшее время каких-то проблем с травмами, а с психологией сейчас он может разобраться. Поэтому чисто технически, даже если, не дай бог, у Селихова снова начнутся проблемы, в любом случае эффект конкуренции должен сыграть и на Максименко. И здесь мы опять вспоминаем пример другого иностранного голкипера Давида Де Хея. Вратаря, который в Манчестер Юнайтед в какой-то момент просто скис, откровенно, но получив, скажем так, от жизни серьезный урок в виде реальной конкуренции, он наконец-то начал играть действительно качественно. То есть, как только у него в Манчестер Юнайтед появился реальный конкурент, после этого Давид Де Хея встрепенулся, начал показывать классный футбол. Поэтому, возможно, и Максименко тоже в каком-то смысле может прибавить, если вдруг ему предстоит занимать пост номер один. И в этом смысле возвращение Селихова и вот этот триумфальный матч – это идеальная ситуация для «Спартака». Потому что они получают тогда и Селихова, который восстановился психологически, и мотивированного Максименко, который раньше, видимо, считал, что он непогрешим и нет ему никакой альтернативы, теперь он видит, что альтернатива есть. И вот так это все меняется за один матч, за матч против Лестера. Потому что до этого мы видели Селихова, который и в молодежных там этих дублирующих командах Спартака косячил по полной программе, и в первом матче после возвращения в основу с Ростовом накосячил. И вот, знаете, если бы он накосячил еще и с Лестером, ну, тогда была бы катастрофа. Тогда Селихов окончательно бы рассыпался психологически, а Максименко, глядя на то, что творит Селихов, подумал бы, все,
я могу быть спокоен, в любом случае будут выпускать меня, как бы я ни косячил. Сейчас мы получили обратную ситуацию, и для «Спартака» это очень здорово. А еще очень здорово для сборной России, которая в теории может получить отличного голкипера Селихова, который, на мой взгляд, ну, в какой-то момент реально воспринимался как кандидат в сборную, но дальше начались как раз-таки травмы. Сейчас, теоретически, он может вернуться на свой старый уровень, на свой старый статус. Проблема в том, что Селихов из-за травм и прочих проблем пропустил, ну сколько, получается, почти 3 сезона так-то. И в этих условиях вряд ли он сможет уже полноценно раскрыться на своем лучшем уровне, потому что время утеряно. Но вернуться на свой уровень, условно говоря, 3-4-летней давности, мне кажется, он способен. Но сперва хотелось бы напомнить вам, что наш спонсор, компания BaldBet, продолжает специальную акцию для подписчиков моего канала. Если вы пройдете по ссылочке в описании и зарегистрируетесь на сайте BaldBet, а также введете промокод 2021 Калуцкий, который также указан в описании к этому ролику, то вы получите бонус, 3 бесплатные ставки. Так что дерзайте, ребят, это ваш шанс заработать деньги, ничем не рискуя.